Немцы пленные строили Крещатик, да, восстанавливали? Да. Испытывали вы ненависть по отношению к пленным немцам? Вы знаете, вот в памяти у меня запомнилось повешение немцев на площади. На Майдане. Да. Я помню, мы стояли, а мы же мальчишки стояли всегда, так сказать, в первых рядах. Я помню, мы долго-долго ждали, пока так Софиевской, вот с этих улиц, которые, так сказать, спускаются к площади, к этой, они, значит, привезли этих пленных. И как-то людей было масса, масса людей было, замерли, все тишина. Они въехали, вот там, по-моему, было их 4 или 5, сейчас точно не могу сказать, но они въехали этих на грузовичках вот в эти вот проходы, и они поднялись, немцы поднялись на табуретки или там стояли какие-то скамейки, вот, никаких криков не было, с их стороны тоже, по-моему, ничего не было. Один сорвался, да? Вот один сорвался, да, и они, значит... И вот так мы еще постояли, а мы потом на следующий день, когда уже там была только охрана, и когда разжигали костры, холодно, чтобы не было холодно, они еще висели несколько дней. И мы там вот с ребятами приходили, и мы уже, так сказать, детально осматривали, как веревка, какой мундир на нем, какая шинель, какая прическа, вот какие-то вот такие вот детали, оговаривали это все. Сказать, что, ну, я все время, так сказать, отталкиваясь от своего возраста, и сказать, что мы чувствовали какую-то ненависть или какой-то такой, вот скорее какой-то такой огромный интерес вот к тому, что же это за люди, которые, так сказать, пришли, вот это все сделали, и вот это вот чувство, скорее всего, нами, так сказать, мы были заражены этим чувством. Вот такой интерес, что же это за люди –